Я выбираю книги. В 1258 году для того, чтобы переправиться через реку, монголы, представьте себе, бросали в воду книги. То есть они из книг делали переправу. Скажите, пожалуйста, какая историческая трагедия произошла в том году? И кто командовал монголами? Ну и заодно речку вы неплохо назвали. Я предполагаю, что командовал походом Хулагу. Скорее всего, вот это поход на Иран. Река-то какая? Река Ефрат. Нет, не Ефрат, а другая. Читаю правильный ответ. В 1258 году войско Хулагу, монгольского правителя и военачальника, внука Чингисхана и брата великого хана Мунке, разгромило воинов аббасидского халифата, разграбило и сожгло Багдад, в том числе Дом мудрости, с его уникальной библиотекой, оттуда и брали эти самые книги. Там Коран забрали. Да вы что? Они другие сожгли книги. Анатолий Васильевич. Еще в одной из библиотек ассасинов хранилось не вошедшее в Новый Завет и апокрифическое обращение Христа к Петру. Ну, так, умница, такая умница. Трагедия. Поставьте, пожалуйста, положительную ноту. Скажите какие-то добрые слова. И что вы скажете? Орден, конечно. Орден, прошу.